Открытие первой смены в лагере – событие всегда яркое и запоминающееся. Тем более, если проходит оно не где-нибудь, а на самых настоящих молодежных Олимпийских играх. Ликуют трибуны, страна аплодисментами встречает спортсменов. Воодушевленные победами в Сочи, малыши и взрослые решили не отставать и показать, что в любое время года готовы завоевывать медали. Кто глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость, дух, грация и власть. Укрепляющее, утром отрезвляющее, есть лишь и пока еще гимнастика. Тут буйство фантазии. У нас вожатые обучались в течение года в нашей школе вожатского мастерства. И они уже заранее знали, какие у них будут названия отрядов, старались подготовить. И очень интересные есть находки. Открыть смены – самое грандиозное мероприятие вообще за всю смену. Ане 14 лет. В сказку она в прямом и переносном смысле попадает вот уже 9-й год подряд. Тут активным и спортивным только рады. Старичок я здесь, меня все тут знают. Вот я командир отряда в каждой смене. Где еще под палящим солнцем увидишь сразу и лыжников, и санный спорт, и синхронисток. Детской фантазии можно только позавидовать. Нам дали тему фигурное катание. Ну вот мы и пофантазировали. Как называется ваш отряд? Фристайл! Ваша кричалка? Наживи всего три слова, победи всегда любого! За 5 дней ребята уже стали сплоченной командой. Тем более, что многие уже не в первый раз приезжают именно сюда, получать свою порцию загара, развлечений и спортивного духа. Это даже не соревнование. Я считаю, что сегодня мы должны сплотиться всем лагерем. Позавчера у нас был день рождения отряд. Они уже из толпы детей превратились в отряд. А теперь им из множества пестрых отрядов надо превратиться в единый лагерь. Это очень хороший лагерь, я рекомендую его всем. Начало детскому летнему отдыху положено, а значит, пора готовить альбом для новых ярких фотографий.